Всем привет, друзья! Привет-привет! Сегодня у нас очередное развивающее видео. Друзья, вы знаете, в магазинах продаются вот такие интересные блокноты. Они закрашены черным цветом, но при этом вы рисуете обычной деревяшечкой, и у вас получаются разноцветные картинки. Давайте поближе вам покажу. Денис, что нарисуем с тобой? Давай попробуй нарисовать что-нибудь. Нарисуй. Пап нарисовал, и ты нарисуешь, да? Ну ладно, закорючку какую-то нарисовали, друзья. Вот, но на самом деле, чтобы не тратить денежки, это можно сделать самостоятельно. И самое главное преимущество в таких вот блокнотиках, то что ребенок будет рисовать обычной деревяшкой, то есть он не испачкает стены, полы. У тебя получилась буква Г, правильно. То есть он не испачкает стены, полы, и у вас все будет... Там стены, да. У вас будет все чисто. Обычная деревяшка и вот такой блокнот. Либо мы делаем это самостоятельно. Для этого нам понадобится лист бумаги, парафиновая свечка и гуашь. Свечка парафиновая, да, Дениска. Хорошо. Что мы должны сделать? Мы берем лист. Намазываем его обильно воском от свечки. Дальше мы берем гуашь. У нас есть еще кисточка. И наносим. И на воск. Давай. Денис, помоги маме. Повози сам. Вот. Хорошо, хорошо. Все, думаешь? Нет, надо еще. Мало. Давай еще воском повозим. Давай. Давай еще воском повозим. Давай. Вот, хорошенечко натирай прям. Старайся. Да, да. Ничего нет, все. Ну, ты думаешь, достаточно воска? Достаточно. Все, друзья, мы нанесли достаточно воска. Теперь мы берем гуашь, макаем в нее кисточку, давай, Денюш. И наносим хорошенечко на лист бумаги. Нанесет. Да, теперь у нас будет определенная площадь, на которой мы сможем как раз... Вот это вот деревяшечки, например, нарисовать. Давай еще подкрасим чуть-чуть. Потом дождемся, когда высохнет, и будем уже рисовать. Да, Денюш? Друзья, ну у нас наша поделка высохла. Нам в гости пришли кто? Кеша. И кто, День? Тучка. Тучка. Они будут помогать сейчас нам рисовать на нашем импровизированном черном блокноте. Ну что, День, Кеша солнышко будет рисовать? Нарисовать Кешу? Кеша должен нарисовать Кешу? Но мы можем написать. Давай напишем Кеша. Кеша. Так. Мне мама нарисовала. Вот, Кеша молодец. Ну и что? Тучка сейчас напишет Тучка. Так. Т. У. Дальше какая буква, Лени? Какая? Ч. Потом К. И последняя, твоя любимая. А. Правильно. Друзья, ну качество, может быть, чуть похуже получилось, конечно. Мы немножко, может быть, не дождались, пока до конца подсохнет гуашь. Но, в общем-то, всегда можно придумать альтернативный вариант для такого здоровского блокнота. Ну, а мы с вами надолго прощаемся. Берите наши идеи себе на заметку. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И оставляйте свои полезные, интересные комментарии. До новых встреч, друзья! Иди-ка.